943 год нашей эры. Генрих, твое нечестивое царство кошмара должно пасть! Глупец! Ты же знаешь, что меня невозможно убить! Камнем, упавшим с небес. Немедленно отправляйтесь в замок Вольфенштейн. Надо срочно доложить Гиммлеру. Мы нашли его! Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами начинаем прохождение игрушки под названием Return to Castle Wolfenstein. Wolfenstein. Короче, он написан Wolfenstein. Можете читать как Wolfenstein. Короче, кто как читает, но правильно, я думаю, будет Wolfenstein. Игрушка у нас 2001 года выпуска, аж от разработчика Grey Matter Studios, издатель Activision в жанре FPS, Action Shooter 3D. Короче, от первого лица. Я ее читал, что она плохо вроде запускается на современных, скажем так, системах. Я ее протестировал, вроде, в принципе, ничего не делал, просто по опциях все добавил, по этим, как его называют, по видео, по всему, нормально настроил, вроде как бы она не лагает, а там хер его знает, будем проверять. В общем, игрушку я не играл, помню в 2000-х, вот там где-то, может, 2003-й у меня у друга она была на компьютере, и я только смотрел сбоку, сидел, как он проходил. Короче, что-то вроде тогда было прикольно, не знаю, как сейчас будет, но тогда игрушка оказалась охренительная. Поэтому мы сейчас посмотрим, заценим и пройдем, я думаю, наверное. Хотя я помню, что-то было там очень сильно сложное, она как бы, ну, может, это как всегда тогда было, потому что сейчас игрушки, которые тогда были сложные, проходишь, они, оказывается, не такие сложные. Ну ладно, посмотрим. Выберите уровень сложности. Не бейте меня. Давайте их сюда. Я воплощение смерти. Ну, это типа легкий, средний и тяжелый. Да, давай на среднем пойдем. Я ну его нахрен, короче, здесь потеть и умирать через каждые 2 метра. И будем на такой сложности играть. Ну и нахрен. Потому что шутеры — это такая штука. Прям вот так выбегаешь из-за угла, бах, и ты уже труп. Чё за замес? Какой-то этот, да? Древний чувак воскрес. Откопали. Войдите. Да, Джек, есть какие-нибудь новости? Да, сэр, мы только что получили зашифрованное сообщение от Кеслера, нашего человека из Крайзо. И?
Оба агента были схвачены и удерживаются в замке Вольфенштейн. Черт, созывай совещание, Джек. Да, сэр. Что ж, джентльмены, теперь разберемся совсем поподробнее. Что мы упустили? Вот то, что мы знаем. Это замок Вольфенштейн, находящийся в горах на севере Германии, собственность Гиммлера. Мы давно знали о существовании замка Вольфенштейн, но мы только недавно получили сведения от наших агентов из немецкого сопротивления о том, что там проводятся странные оккультные ритуалы. Эти лица входят в недавно созданную Гиммлером паранормальную дивизию СС, небольшую, но элитную группу, состоящую из людей с IQ выше среднего и занимавшимися ранее оккультизмом и паранормальными явлениями. Во главе стоит вот эта женщина. Хельга фон Буллоу, наш человек в Крайзой из одной деревни ниже замка, информировал нас, что она и другие члены дивизии были недавно доставлены туда. Человек с моноклем — это Вильгельм Страссе, также известный как Голова Смерти, яркий, но жестокий ученый, возглавляющий отдел особых проектов Гиммлера. Особых проектов? Это так неопределенно. Мы знаем, что он занимается разработками различного нового оружия, включая исследования ракет. Ходят слухи, что там ведутся сверхсекретные разработки химического и биологического оружия. Прелестно. Но на сей момент мы не знаем, как это связано с масштабными археологическими раскопками около замка Вольфенштейн. Итак, новое вооружение, ракеты, химические и биологические исследования, а теперь и оккультизм. Все это ни о чем не говорит. Поэтому мы послали туда наших парней. Джек, что мы можем сделать? Мы можем послать спасательную группу. Или? Или ждать и надеяться, что они выберутся сами. Как скажете, сэр. Что ж, я думаю, нам лучше подождать. Вот я не помню здесь вообще ни хрена. А, так. Задача. Во что бы то ни стало, вырвитесь из темницы. А, так мы там сидим. А, круто. Найдите вход в нижнюю часть замка. Задание номер один. Зловещие слухи. Часть 1. Побег. Приказы следующие. Проникните в замок Вольфенштейн и расследуйте повышение активности паранормального отдела СС. Соберите всю информацию, которую найдете, касательно вышеуказанного отдела СС и их деятельности в этом районе. Кеслер. Ваш связной является членом немецкой группы сопротивления под названием Крайзой, да? Это буква И? А, ну да. Крайзой. Им удалось частично проникнуть во временную штаб-квартиру паранормального отдела СС и получить ценную информацию, касающуюся его деятельности. Встретитесь с Кеслером в деревне около места проведения археологических раскопок. Он предоставит дополнительную информацию касательно вашего задания. Помните, если вы или агент 1 будете захвачены, попытайтесь вырваться любой ценой. Приказ номер 71 остается в силе. Если вас схватят и будет существовать вероятность того, что вы можете выдать информацию касательно вашего задания или ОСА, покончите с собой, приняв таблетку цианида. Как всегда, если вы будете разоблачены, ОСА отречется от того, что знает о вас и вашем задании. Подожди, а это мне написано, что я должен цианид принять, если вдруг что? Вроде же не мы так делали, не эта сторона так делала, это же немцы вроде так делали. Насколько я знаю, они такой херней страдали. Кого-то хреначат. Входите, сержант, входите. Как прикажете, герр доктор. Приведите другого. С этим почти закончим. Яволь. Ну что ж, попробуем еще раз. На кого вы работаете?
Хоба! Это я, да? Все, играем. Привет, чё? Получил? Опа, Пикалюка. Тихо, спокойно, Пикалюку не берем. Так, хорошо, все, мы играем. Привет. Ты тут давно, я так понимаю, да? Блин, а как-то, знаете, вроде графика такая прикольная, а ну все равно такое жуткое все, такое как-то, не знаю, стрёмное все. Так, дверь не открывается. Я поставил на действие кнопку колесика мышки, потому что на Enter неудобно. Там Enter стоял действие. Так, подожди, сейчас я забыл уже кнопки. Tab у нас ничего, Shift вроде бегать, Ctrl приседать, прыжок. Ага, есть закрутка в одну сторону, в другую сторону. Есть, оба, хуча. Хуча, есть футбол, если что. Оп. Ты, здрасте. Чё это? Чё это? О, нихрена себе, флаг можно срезать. Прикол. Класс. Так, кто-то там плачет. Да. Что да-да? А ну-ка, подожди, сработает? Ага. Ах, это ты. О, блин, это... другого и возьми. Закоптил, короче. Ах ты, сука! Что, нравится, блядь? Нравится, сука, над людьми издеваться, падла. Сейчас тебя порежу на несколько миллионов тысяч кусочков, сволочь. Так, что есть? О, рапорт о допросе 17 марта 1943 года. Допрашиваемый неизвестный, допрашивающий доктор Зи. Из допрашиваемого удалось получить крайне мало информации. Через него было пропущено 77% стандартного тока перед тем, как он скончался. В потайном кармане его обуви мы обнаружили таблетку цианида. Эта находка заставляет нас поверить, что он и его сообщник были шпионами, работающими вместе. Хотя мы еще не определили, на какое агентство они, возможно, работают. Надеюсь получить лучшие результаты от его сообщника. Время смерти допрашиваемого 15:35. Ах ты, сука, он, короче, завалил нашего чувака. Да? Ну да, походу, да. Ой! Сорян. Сорян, ну я думаю, тут тебе уже все равно. Ахтунг. Пока, Ахтунг. Да смотри, нихера себе, тут все можно разбивать. А тебя? Отрезать можно, нет? Блин, с черепками нельзя. Костюм, бери костюм, переодевайся, будем сейчас фюрерами. И нас никто не спалит. Так, подожди, куда мне идти? А вот, дверца. Как здесь происходит сохранение? Еще у меня вопрос, если на escape нажать. А, есть, вот сохранить, хорошо. Можно на каждом шагу, да? Это очень отлично. Это мне уже нравится. Что на каждом шагу можно сохранить. Так, что это? А как там N? Вау! Задание, во что бы то ни стало, вырвитесь, тра-та-та. Тут, короче, хиуки-кайни. А что там было выскочило за... У меня рука кривая, нет? Там чувак ходит. Получится скрытно его завалить? Эй, все пытаешься заставить играть эту штуку? Да, погода сегодня ужасная. А, блин, их там... Их там двое, а один сказал «Someone's there»? Блять, закрыто! Он меня заметил. Блять, ты что там с радиомаячком ходишь? Что ты делаешь? Так, интересно, они вот так меня заметят, если я буду... О, что, так ходить нельзя? В смысле? А почему вот в такой позе нельзя ходить? Так, а где там второй тот? Ниже никого вообще. Я-я. То есть вперед можно идти, да? Нет, это не нажимай. И это тоже. Где второй? А? Люгер. Что люгер? Упс. Остановите его!
Ой, хедшоты работают, это отлично. Ну как работают, почти. А он с шмайсером. Во! Блин, вот эту пушку я помню, вот постоянно с ней бегали. Только с этой пушкой. С вот этой вот. Я это четко помню. Так, хорошо, разговаривай. Алло? Блять, ты чего? Так можно, да? Хера себе взлет. О, это я забираю, это я тоже забираю. Это все мое, это все мое. Подожди, а, блин, с собой нельзя взять, да? Что это? Подожди. Е, Q, вот так, а при этом, когда ты зажимаешь колесико, тоже так же можно. А, вот в стороны. Ха, интересно, кнопка действия работает здесь. Так, это тоже можно разбить. Карта не нужна, никто не должен знать, что там было. Так, это тоже срезаем, потому что мы тут будем главные. Ты тоже минус. Все убиваем. Какая кнопка быстрого сохранения? F5? А, угадал. Спасибо. Так, ну что, будем стрелять. Потихой. Там какая-то записюлька висит. Так, десантников не будет? Так, пока нет, хорошо. Почитаем. Так, для всего личного состава охраны от майора Юргена тема состояния боеготовности. Как вы все знаете, паранормальный отдел СС имел ошеломительный успех при последних раскопках около деревни. Между тем, Хельга фон Буллоу была сильно недовольна уровнем охраны замка Вольфенштейн и деревни, прилагающей к месту проведения раскопок. Хочу лишний раз подчеркнуть, насколько большую важность имеет эта операция для Рейха. Недавно были обнаружены двое шпионов, пытавшихся проникнуть в замок. После случившегося я предупреждаю вас, что в случае обнаружения любой бреши в охране, вызванной личным составом, виновники будут подвержены самым жестоким мерам наказания. С уважением, майор Вильгельм Юрген, командир охраны замок Вольфенштейн. Спасибо, доходчиво объяснил, что нехера косячить. Но они, конечно, дебилы, если честно, все равно. Я не понимаю вот этих вот ребят, которые за косяки, например, да, типа наказывают, убивают там и всякая такая херня. Ты, получается, теряешь одну тушку. Одну тушку можно использовать в своих целях. То есть, если он даже накосячил, ты его хочешь вот сейчас убить, вот ты его убиваешь, да? При этом ты просто тупо теряешь одного человека. Но если ты хочешь его убить, то убей его правильно. Ну, правильно? Отправь его куда-нибудь на какое-то либо задание. У него это получится или нет? Если получится, это будет круто. Если не получится, то он, как и было задумано, он сдохнет. Но зачем его сейчас убивать, просто тратя на него тот же патрон, например, или же там, не знаю, кинжалом захерачить, ну, такое. Если можно правильно использовать его, просто дать ему еще один шанс, типа, исправиться, как бы, но придумать что-то такое, чтобы он, как бы, ну, вы поняли, да, нихера не выжил. И все. Также намного рациональнее используешься человеческий ресурс. Ну, они дебилы, я же говорю. Иди, дебилы. Просто я не понимаю их, реально. Вот в фильмах такое очень часто. Чувак накосячил, этот подошел, его просто захерачил, сказал, мне такие косяки не нужны. Так ты просто закосячь его правильно. А я не могу стрелять. А я не могу вот так стрелять, серьезно? В натуре? Ой, это плохо. Так, а мы тревогу подняли, блин. А есть вот тут вот второстепенный? Нету. Так, сколько у меня патронов? Патронов очень мало, давай с пекалем. Пекаль очень медленно стрельный. Че я, блин, ползаю? Ну вы, короче, поняли мою мысль, да? Насчет вот этих придурков, которые убивают просто так своих подчиненных. Если их можно использовать-то в целях еще, ну, каких-нибудь. Вот это хедшот. Давай. Хамдя. Хамдяваран Гандара. Гандона, да. Давай. Я тебя жду. Я тебя здесь. У тебя каска не слетает, чувак, но зато челюсть пробивается. Нормально. Так, с чем вы? Со, с пистолетами. Люгер. Бинокля.
Да бля, тут все можно херачить. Ты прикинь. Вот это 2001 тебе год. Тут секретный... Нет, нету секретного. Опа. Вы нашли секретное место. Ценная вещь. А для чего? Я золото нашел. А для чего? У меня инвентарь какой-то есть. Подожди. Воу, что это? Бинокль. Ага, окей. Короче, я взял какую-то ценную вещь и нашел секрет. Только для чего? Есть аптечка. Есть потрошки. Почему аптечку нельзя с собой взять? На всякий случай, на будущее. Ой! Ой! Подожди. А там я... Вход же был еще нет? Или тут один ход только был? Блин, он так медленно бегает. Он постоянно ходит. Вот сюда же еще можно пойти. Топись, топись, топи! Собака. Блин, плохо, что он из-за угла не умеет стрелять. Это вообще прям не прикол. А, тут можно было, смотри, сверху их отхреначить. Ну да ладно. Так, где-то там чувак стрелял. Я не вижу его. Ой, блядь! Больно же, ну? Ты, блядь. Не попадаю. Ебаха там разлет, короче, этих пуль. Просто стреляешь в никуда. Оп, тихо, это заберу. Так, вот это можно спустить? Нет? Разлет, конечно, у этого пистолета. Просто у него маленький очень. Точность прям минимальная. Давай, 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 давай. У меня жизни мало, надо отхиляться. Тут были и хилки, я помню. Только у меня что-то, знаете, что напрягает? Что мой персонаж без звука ходит. Иногда это, конечно, как бы... Ой, блин, она так мало хилеет, да? Что он без звука вообще ходит, прям. А ну-ка, стопешка. Давайте по звуку система, да? А, громкость эффектов. Давай музыку чуть-чуть убавим. Эффекты добавим. Не, не слышно все равно. Так, пойдем вот так. Сейчас нужно еще к вот этому... Так, я тут был. К оружию еще придрочиться, как оно стреляет. Потому что вот этот пульзер, он еле стреляет вообще. Стоп! А вот это что такое? Как в него попасть? Попал, хорош. У него разлет просто неимоверный. А вот это что за чувак? Я его не убил. А, это то, что сверху слетел, я понял. Подожди, а там же... Я так понимаю, это можно разрушить, а может быть нет. Подожди, там же был еще спуск в подвал. Пошли туда. Блин, почему у него дыхалка кончается, чувак? Давай тихо, спокойно. Мунитион. Так, нашел какие-то пули. Тут есть кто? Просто знаете, когда... А, я понял. Просто знаете, когда... Бляха, меня еще и дверью придавило. Когда не слышно шагов, ты не понимаешь, ты скрытно идешь или нет. То есть ты можешь полагаться на то, что ты идешь скрытно. Потому что когда он топает... Подожди, когда он топает, ты же понимаешь, что он идет не скрытно, да? А он тут не топает вообще ни разу, он просто летает. Так, мышку дай мне. Спасибо. Бляха, закрыто. Я так понимаю, спрыгивать лучше не спрыгивать. Возьмем шмайсер, может быть. Патронов мало, конечно. Второстепенного оружия нету. Второстепенного оружия. Почему прицела нету? Как прицелиться? Никак. Только бинокль. То есть прицела нету, да? Ну, хотя бы от плеча там, я не знаю. А то от бедра. Это плохо.
Так, я, короче... Чё это? Гранаты. Подожди, а как гранату бросить-то? Это ещё вопрос такой. Интересненький. Сейчас нужно понять, как бросить. Ну, я думаю, на Г. Г, это же граната. Так, хорошо, а мне куда? А мне сейчас куда, подожди. Наверх вон туда спрыгивать там. Ну ладно, побежали. Так там чувак стреляет, и он издали попадает мне в глаз. Хорошо, я ему не попадаю вообще. Ладно, сейчас попробуем что-то предположить. Давай сохранимся на всякий случай. Можно попробовать его вышибить, но, блин, не получится с такого расстояния, с такой херни. Она стреляет, хуй знает куда, короче. Ай, блядь. Больно, чувак. Винтовочка. Блин, без прицела, нихера себе. Но она, я думаю, точно стреляет. Сколько патронов? 30. Блин, у меня уже жизни нету, нихера. Меня уже отстрелили. Дайте жизни, пацаны. Пожалуйста. Так, давай пока что, наверное, с вот этим. Четверка. Ага. Почему у меня красный прицел стал? А, я понял, у меня жизни мало. Да блин, закрыто! Что же у вас тут все закрыто? Ничем гранду же гаражу. Блин, меня, да, немножко напрягает то, что он бегает без шумно. Мне нужны аптечки. Уже. Меня уже убивают. Но пистолет, короче, здесь не вариант. Пистолет это была начальная штука такая, которую использовать надо было. А все, дальше уже не канает, потому что он очень медленно стреляет. Ты восстанавливаешься быстрее, когда стоишь, нет? Нет. Это американец, стреляйте! Если ты американец, да? Блин, где этот? What the fuck? Фу, блядь. Ёб твою налево. Вот это я сейчас пересрал, блядь. А ты откуда взялся, чувак? Фу, блядь. Ебать. Загрузить, конечно же. Ядрить твою мать. Я сейчас чуть... Фу, блядь. Откуда ты взялся-то? Гандоша. Ох ты, блядь, спасибо. А ты откуда знаешь, что я нахер тут? Как загрузиться? Как быстрая загрузка? Нет, графика нет, управление нет, стрельба разная. F5, F9. F9, где у нас F9? 10, 2, 1, 9, вот это? Ага. Нихера себе он мне прирядил, да? Где моя оружка-то? Ахтунг, блядь! Бам! Хе-хе-хе. Надо хитростью брать. Так, хорошо, подожди, откуда этот прибежал-то? У меня сейчас вопрос. Там закрыто все. Тут никого нет. То есть тут можно зайти было только оттуда. Фу, вот это я дристанул, реально. Я не ожидал просто, что сзади чувак будет. Фух, зарежу нахер ножом, блядь. Так, Шмайсер более-менее точно стреляет. Ах ты, сука! Ах ты, падаль! Вот ты откуда. Скотина такая. МП-40. Так, 12 патронов, пока не перезаряжаемся. Фу. Так, а эти даже внизу еще, да? Ага. А, ой, хорошо как. Ой, как красиво вообще. Прям хватило патронов на два.
Что тут у вас есть? Тихо. Кто-то еще пришел. Дверь открылась. Тихо, спокойно. Все нормально. Вот это срежем нахер. Хи-хи-хи. Наточить может? Нет. Ай, здорово, здорово, шмюндрель. Пока. Ты с чем был? С пистолетом. Ой, аптечки, хорошо, есть аптечка, если что. Запоминаем, что здесь есть. Можно двигать. Можно взять? Как бросить? Прикол. Нифига себе, игрушка 2001 года, взаимодействие больше, чем, я не знаю, в 2024. Все? Я могу идти? Бля, нихера себе, в натуре игрушка классная. Так-то, если чё. Я не убьюсь? А, нормально. И главное, чтобы у меня справа цифра, которая 281 сейчас, чтобы она была бесконечной. Ну, в плане того, что я могу туда брать 1000, 2000, 5000, 10 тысяч, 500 тысяч патронов, и мне их будет не хватать. А, это дверь, которая закрыта была. Хорошо. Ну, давайте, фюрершмен, нападайте на меня по одному только. Ха, ты что смотришь? Ой, бляха. Ты живой? Сука, где-то ж по-любому какая-то мразь где-то прячется. Главное, чтобы вот эти вот не ужили. А ты чё не пришел со всеми остальными, слышь? Так, а секретки здесь какие-то вообще есть? Не, я так понял, что... Я так понял, что есть, только... Где они? Зато есть плюс вот этого выглядывания. Они в меня так не попадают, я так понимаю, когда я выглядываю. Так, например, ты такой подходишь сюда. Блять! Твою мать, подошел нахер. А он упал. Может, это секретка? Блин, возьми меч, можно проткнуть кого-нибудь вместо вот этого вот. Длинная все-таки лучше, чем короткая. Да? И что-то должно случиться, нет? Блин, я так надеялся, что какой-то секрет откроется где-нибудь. Ну ладно. Но секреты в плане того, что где-то стену разрушить, да? Вот, типа вот это. Нет. Так, ты. Да! Хе-хе, прикольно. А этот, сука, куда убежал? Ой! Блять, куда я стреляю? Два патрона. 300 больше нету? Не влазит больше? Никого. Подожди, 300, 300, 300. Чего не прикрываешь своих, ты дебил? Тут стрельба идет, а ты не прикрываешь никого. Хам-дям-дям-дям-дям-дям. Подожди, эта штука, что-то надо нажать. Она не открывается. Опа, это с винтовкой. Так, стоп, она не открывается. Есть какое-то инфракрасное зрение? О! Средняя аптечка. Подожди, а что вот тут? Вон там комната. А что не открывается-то? Куда нажать? Тут дверь. Только что она не открывается? Может ее гранатой вынести? А, понял. Прикольно. Вот тебе и секреточка. Вы нашли секретное место. Что здесь? А зачем это золото-то? Ценная вещь. Прям сильно ценная. Прям сильно ценная, так что прям не нужна. Зачем я золото? Здесь магазин будет? Так, я таки буду бросать вот этих ребят. Может, что-то будет. Это дверь, которая была закрыта, да? Хорошо, такие секреточки нужно не пропускать. Нужно внимательно смотреть. Ты делаешь ничего? Опа.
кто-то хавал, но не дохавал. Я могу это, кстати, взять. Это как хилка, да? Так, что у вас тут за... Значит, сюда, вот сюда. Ага, вон тут что-то, короче, у них будет. Похер нахер, чтобы они больше этим не занимались никогда. Ого, в труху просто. Расхер... А что, по мне куда? Опять, куда мне? Что-то здесь много таких проходов, которые я не пойму, куда идти. Ну, то есть я прошел все-все-все-все, а потом раз, херак, и мне нужно назад идти, да? Или я вот тут не был? Опять! Смотри, секретка. Так, что тебе нужно нажать? Что тебе нужно зажечь, да? Хоть! Так, это не работает. Вот эта штука что-то подозрительное, нет? Ну, то есть тут горит, тут не горит. Как тебя? Что тебя? И тут. А! What the fuck? Как это работает? Меня сейчас тут закроют. Кубок. Ценная вещь. Не закрывай. Спасибо. Я уже 3 секрета нашел так-то, если что. Хотя они не сложные вроде как. Никого? 285, хавчик, не нужен. Почему ты не можешь взять с собой его в карман? Потом съеди, съешь. 280, а это к чему, кстати? К вот этому? Дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Такое себе. Так. Кто не прячется? Так, тут нормально все. Тут нормально. О! Чё это? Время 20.2. Секретные чего? 4 из 7? А где я провтыкал? То есть еще 3? Ядрить. Твою дерить. Ну я, короче, не буду их искать, потому что я не знаю, где они находятся. Это нужно лазить, короче, втыкаться в каждый угол. Ну его нахрен. Все, первая миссия затащена. Хоть и не с первого раза, с четвертого. Прикольно, статистику в конце показывают. Так, найдите вход в канатную дорогу. Задание 1, зловещие слухи, часть 2, центральная часть замка. Приказы следующие. Проникните в замок Вольфенштейнер, следуйте повышение активности. Это то же самое, да, Кеслер? Так, если вас осили, вас хватит, будет... Ну, это то же самое, что мы читали. Он представил информацию касательно вашей... Ну да, это то же самое. Падай. Что происходит здесь? Нет, тихо, не падай. Где охрана замка? Потому что майор удвоил охрану у раскопа. Опять. Блин. Скрытно-то не получится. Это мне нравится. Вы видели майора? Он выглядит нездорово. Я знаю, согласно Отто, он и фрау фон Буллоу не сошлись в вопросах безопасности. Я думаю, это хорошо встряхнуло его. Это можно понять. Она никогда ни с чем не соглашается. Двое. Все позже. Мне нужно почистить мой пистолет. Зубы лучше почисть. Я надеюсь, он не сюда идет. Опс. Ты чё такой зляканый? Блин, он так как будто бы вот тут топает. Хе. Прям рёт. А что я нажал? Так ё! Не, тихо, не разбивай. А, у меня же нога есть. Я могу ногой работать. А что я нажал вот эту штуку и что открылось? Ты чё? Или это и открылось? Так нет. А что открылось-то? Хм, так тут закрыто. Блин, оружейка закрытая, это плохо. Так, ты не пошел сюда наверх, чувак?
Да блин, ты тут за стеной что ли разговариваешь? Как это работает? Я не знаю, куда мне идти. Чувак, будешь падать, нет? Тут закрыто, хорошо, спасибо. Не понял, что я нажал там за рычаг? Но что-то я нажал. О, привет. А я тебя не заметил. Прикинь. А ты с чем был? Шмайзер. Бляха, это тут стоит. Я думал, там чувак уже палит меня. В бочках что-то есть? Открой дверь. Хватит молиться. Нихера я, да? Ага, все, у меня... Да, максимум 300 патронов. Мало. Эрсте Хильфе. Хильфе, я понял, что Хильфе это жизни. Так, оружейка такая минимальная. Да хорошо, смотри, пока что по стелсу получается. Стелс здесь работает. Вот только, знаете, что подбивает стелс на неправильность? Потому что вот он где-то вот тут топает, но он может быть... Вот, а он сверху там. Нихера себе. А топает он вот здесь где-то. По звукам. И мне нужно вот так вот пробираться потихой. Сука. Убить его! Кого? Ты никого не видел, чувак. Я ж свой. А куда я лезу? Подожди. Так, хорошо, чуваки хотя бы разлетаются нормально. А подожди, а как там залезть так наверх тогда? Там закрытая дверь постоянно, да? Как вот этому чуваку попадают? Где он? Тут закрыто, там закрыто. А кнопка где, кстати? Тут нету кнопки, чтобы выключить. И тут нету. Хе-хе. А ну-ка, если я вот это сожру. Да, в натуре хилеет. И не один раз даже. Вот ты. Что ты сделала? Я не пролезу тут. Твою дивизию. Выключи, короче, эту херню. Бабах. Так не работает. А я могу вот так вот? Могу. А я вот, может, тут так могу? Нет, блин. А ну-ка, чувак. Что, меня ударило сейчас? Хе-хе. Прикольно их так ронять. А ну-ка посмотрим, может, в бочках что-то есть. Так, так, бочка с двух ударов. В принципе, одинаково. Где тут что сверху? Как с него к нему попасть? Не отсюда. Блин, еще секретки тут вроде такие как бы очевидные, да, но иногда ты их не замечаешь, потому что хрен его знает, может где-то какой-то кирпичик торчит. Тебе нужно его нажать. Да блин, я не перезарядился. Ага. С
Здрасте. Блин, закрыто. Блин, выключите кто-нибудь эту херню. Фига ты живучий. Вот, кстати, и выключить. Летун, блин. Это нажать нужно. Хорошо, а что по секреткам? Например. Я думаю, тут не будет ничего. Солдатин. Записюль. Ой, блин, как это все плохо написано. Аберфюрер СС Блаватская, Оберт вон Буллоу. Закончили предварительный осмотр места раскопок. И имеются серьезные доказательства, говорящие о захоронении Черного Рыцаря. Требую немедленного направления команды экстракции. Буду ждать ваших приказов, прежде чем продвигаться дальше. С уважением. Даже стул можно расхерачить, ты представляешь? Это нельзя. Это я возьму. Вот это все можно. Без коммуникации всех оставляем тоже себя. На. Не знаю, что это, но я нажму. Секретки. Хер его знает. Так, патроны у меня пока все. Хавчик есть. Все нормально. Секретки. Хрен его знает. В шкафчиках может быть секрет. О, смотри. Так тут, ага, такие шкафчики можно открывать, только не все, да? А чем они отличаются? Хер его знает. Так, стоп, а я откуда пришел? А, короткий путь. Хорошо. А я что, прямо сразу пошел? А у меня вон какой-то нолик, это броня? Должна быть 100, это жизни, я понял. Чё, хватит. Ты чё катаешься? Сейчас не время для санок. Там вон кто-то вышел. Ай. Снопарь. Не вижу его. Жив, нет. Так, ближний бой. Ха! 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 Вот тут что-то должно быть, книжка какая-то. Подожди. Сейчас проверим. По-любому здесь секрет. Нет. Вот так. Бам. О, я броньку нашел. 25%. Это уже полегче. Да елки-палки, сколько здесь дверей. Стоп. Угу. Хорошо, это я по кругу вот так, да? Ну да. Значит, мне сюда. Что? Может мне кто-нибудь объяснить, зачем двое должны сторожить эти пыльные бутылки вина? Вы не знаете? Это собственность Третьего Рейха. Со всеми этими обвинениями, сыплющимися сверху, майор не упустит такого шанса. Ты думаешь, они хватятся всего одной бутылки? Вы шутите? Офис Рекс Маршал ничего не пропустит. Блин, не договорили, ну да ладно. Почему нельзя каску взять? Или она прострелена? Вот. Что-то тут можно сделать.
А, это я колесико крутанул. Подожди, а... Что? Что? Что тебе сделать? Ударить? Нет. Кстати, граната не Г. Я не знаю, сколько у меня гранат. И где они отображаются вообще. Так, подожди, а там что-то надо сделать. Там надо бутылку выпить. Ну вот же, смотри. Дверца. Какую-то бутылку нажать? А не работает. Не понял, как ее открыть-то? Швайнабауа. Как тебе открыть-то? Где-то кнопка какая-то или что-то, я не вижу. На что нажать? Вот, я нажимаю тебе действие. Работа, игра. Блин, дверца не работает. Что, что нужно здесь сделать? Может, ножом? Попырить. Нога? Нет. Ляха. Мне нужно ультразрение. Тут, смотри, тут все ровненько. Значит, тут не открывается ничего. А вот это открывается, только как? Не вкурил. Ладно, давайте на этом закончим, потому что уже времени. Что-то я прям заигрался. Игрушка так затягивает. Интересненько довольно-таки. Паутинка, смотри, двигается даже. Отлично, все классно. Не, игрушка, блин, для 2001-го очень сильно довольно-таки неплохая. Да как неплохая, охерительная, я бы сказал бы. Сейчас таких игрушек даже не выпускают. Потому что одна пикселька, одна ремастерка, блять, всякие вот эти вот, вы поняли, да? Ремастеры, хемастеры. Ой, короче, всякая хрень. В общем, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ссылка в описании под видео, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Вульфенштейна. Если кто знает, напишите, как вот эту херь открыть, я не знаю. Все, всем пока.